Привет всем, мои друзья! Снова с вами я, Супердог. И сегодня, субботничный вечер, я начинаю с того, что буду играть в дуэль с моим подписчиком по имени Марсель. Марсель, привет! Значит, сегодняшний бой будет с тобой. Хочу также отдельно сказать о том, как смотреть, где будет проходить сражение. Значит, скажу сразу, что в скайпе я практически не нахожусь. Ребят, я написал, всем сбросил, и у меня на главной моей этой страничке есть надпись о том, чтобы вы заходили в группу ВКонтакте. Скажу почему. Потому что скайп, во-первых, у меня тормозит, я вечно цифровое видео выставляю. Компьютер, в общем-то, не такой уж крутой, поэтому есть определенные сбои. Кроме того, я очень сильно прошу, то есть заходить в группу ВКонтакте, это танки 100, да, вот я здесь показываю. Почему танки 100? Потому что здесь я первое, что делаю, вот есть ссылки на игру, то есть я вам показываю, вы можете зайти сразу, нажать на ссылку, попасть на игру танки онлайн. Я сбрасываю то, что у меня происходит новое, какие у меня новые происходят события, что у меня происходит. Кроме того, вы можете зайти еще на игру, вот не на игру, а на YouTube, да, вот на YouTube вы заходите на мою главную страничку. Есть еще комментарии. В комментариях я здесь вот пишу, дублирую то, что я делаю в ВКонтактах, спрошу также сюда, для того, чтобы вы могли увидеть это все в своей личной почте. То есть у вас это приходит на личную почту. А вот, поэтому, если вы подписались на YouTube, да, вы указывали какую-то почту, открывайте эту почту и смотрите. Но для простоты, для удобства, я очень бы хотел, чтобы вы подписались на нашу группу «Танки онлайн» вместе с Догом. Здесь вы всегда будете видеть, что у нас происходит. Тут сегодня вот вышел новый 36-й релиз, да, нашей серии борьбы в танках онлайн. Пока то, что я хотел вам сказать, я, в общем-то, сказал. На данный момент вы увидите дуэль между мной и моим подписчиком Марселем из Франции. Посмотрим, чем это все закончится. Приятного вам просмотра. Всем, кому нравится мое видео, еще раз напоминаю, ребят, ставьте лайки, это меня бодрит, это меня подбадривает, подталкивает к тому, чтобы я, придя с работы, сел за свой компьютер и сделал там пару роликов для того, чтобы вам выложить мои сражения. Подписывайтесь на канал, потому что ваша, как бы, вот подписка, она мне, опять же, тоже подбивает к тому, чтобы я делал что-то и творил. Если ничего не происходит, то, как бы, вы же понимаете, огромного желания что-либо делать нету. Ну, а теперь приятного просмотра нашей дуэли. Привет, привет, друзья мои, с вами я, Супердог, и сегодняшнюю дуэльку я проведу с моим другом и подписчиком Марселем. Марсель, огромное тебе спасибо за то, что пригласил меня сыграть. Вот, привет тебе. А вот он и ты. Ага, вижу, вижу. Ну все ж, посмотрим, кто из нас сильнее. Давай, и да рассудит нас. Так, 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 так. Ай, дружище, ну на чем же ты играешь? Ну, ты изначально продул. Ну что ты можешь сделать против меня? Да. Марсель, ты только успеваешь. Так, 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 так. Ну, в общем, наш Марсель принял практику, тактику. Ого, да ты еще и... Да ты силен. Да, кстати, играем мы всего лишь 15 минут. И я думаю, что я смогу тебе, Марсельчик. Смогу. Ну, скажем так. С учетом того, что ты, мой дружище, поступил нехорошо. Отходим. Поступил нехорошо. Во-первых, ты минку поставил. А этого делать, ты ж понимаешь, мой друг, нельзя. Вот. Во-вторых. Во-вторых, хитрость твоя, конечно, классная. Не понял, как это я умудрился промазать. Да, ничего так. А как это ты сам себя убил? Просто капец. В общем, неинтересная у нас оказалась битва. Почему? Потому что наш Марсель взял себе для дуэли непонятный танк. Марсель, ты целую неделю меня зазывал. В конечном итоге взял Фриза. Ну, какой Фриз дуэлянт? Ты мне скажи, вот какой Фриз может быть дуэлянт? Слушай, ты два раза уже умудрился самоуничтожиться. То есть, ну...
Давай начнем с того, что это, во-первых, некрасиво. То есть мы же вроде играем в дуэли, или мы по-честному, или как? Ну, некрасиво, некрасиво. Ну, что сказать? То есть тот момент, когда нужно, ты самоуничтожаешься, да, то есть, ну, вот в этом-то, ребята, и проблема школьников, да? Мой друг, так делать нельзя. Так делать нельзя. Договорились же без нары, договорились же не нарить. Ну, зачем это делать? Ну, смотри, что он делает. Получается глупости, но это не бой, а я не знаю. Не знаю даже, как это и назвать. Ну и где ты? Тебя будешь опять по углам прятаться? В общем, битва с Марселем у меня не получается. Она какая-то непонятная, какая-то... И не битва, а так. Все, наш Марсель пропал. На... Боже мой. Мины ставятся, ну. Ну смотри, сейчас он сам себя уничтожит, да? Ну, я вам скажу, что неинтересно. Неинтересно, но на будущее я этот ролик все-таки выложу, потому что... Ну, я хочу показать вам всем, ребята, друзья мои, ну нельзя так поступать. Если вы играете в дуэль, то не надо делать то, что делает Марсель. Хотя второй раз, в общем-то, я играю, первый раз играл вообще с неизвестным дуэль, да? Второй раз у меня получается вот такая вот, я не знаю, как назвать, фигня. То есть, как бы, да, вы все делаете классно, вы делаете все замечательно, вы считаете, что... Это все правильно, это все умно, но на самом деле, друзья мои, дуэль — это и в Африке дуэль. Если ты приехал играть, то мы играем по-честному, играем так, как положено играть. А не так, что смотрите, что сейчас он сделает. Он сейчас опять сам себя удалит. Ну смотри, он опять себя убил. Ну и что это за игра? Марсель, я тебя просто, честно говоря, не понимаю. Ты целую неделю, каждый день, по 50 раз мне писал о том, что ты хочешь со мной поиграть. Ну так давай поиграем, ну не будем заниматься этой фигней. Я же не подхожу к стене, не убиваю себя. То есть... Одним словом, Марсель, ты ведешь себя как подросток, как маленький-маленький мальчик. Да, то есть... Опять самоуничтожился. А, ну да, правильно, я же бы сейчас его убил, я бы смог победить, а в таком как бы ключе он уничтожился для того, чтобы я не смог это сделать. Да, хотя изначально, Марсель, мы с тобой договаривались, да, что мы играем без припасов. Во-первых, ты сыграл с припасами, да, то есть, во-первых, ты минки начал первый ставить. Да, а во-вторых, ну, сейчас сам себя опять и грохнешь. Прекраснейшая, да, смотри, что делается. Прекрасно. Единственное, что этот ролик я снимаю только для того, чтобы показать всем остальным, кто захотел бы со мной сыграть в дуэли. Ребят, надо играть честно, надо играть благородно и надо играть правильно. А не брать, как он сейчас долбится об стену и убивать себя об стену. Второй раз происходит именно вот эта хрень. Второй раз. Да, то есть вот у него осталось чуть-чуть, вот сейчас он сам себя убьет. Вот смотрите, что произошло. Что он сделал? Самоуничтожился. Ну ладно, давай стоим. Тем более, что тебе я, Марсель, говорил о том, что я... На чем я буду с тобой воевать. На чем я буду стрелять. На чем я буду ездить. И это все было тебе известно. Ну давай, умри. Умри сейчас достойно. А, нет, успел убить меня. Ну, видишь, и самоуничтожился. А чё ж ты, дружище, так нельзя? То есть, в этой тактике с такими вот друзьями, как ты, Марсель, да, класснее всего это вот... Ах, неужели? Опять самоуничтожился. А, так ты Делку жмешь. Думал, как ты там все убиваешь.
А ты просто делетишь. Марсель, я тебе скажу, что это нехорошо. Это, в общем-то, я бы сказал, как-то так нехорошо, вот, то, что ты делаешь. То есть ты пришел с человеком на дуэль, да, то есть будем считать тебя Пушкиным, Дантесом. Ты читал такие книги, нет? Да, и в тот момент, когда ты занимаешься дуэлью, да, ты сам себя убиваешь. Да, вот просто к виску ставишь пистолет и убиваешь. Блин, меня это просто убивает, честно говоря. Вот такое поведение твое, Марсель, я не знаю, но твое поведение равно мальчику лет, я думаю, 12, даже 11. То есть вот, что ты хочешь доказать? То есть ты уже себя за время игры умудрился уже неоднократно просто тупо взять и расстрелять. Сам себя, сам себе к виску подставляешь себе этот самый. Видишь, я же себе дылку не нажал, хотя мог бы это тоже сделать. А ты сейчас это сделаешь. Смотри. Мне даже убивать тебя не надо. Ты сейчас сам себе делку делаешь. Видишь? Видишь, какой молодец. Ты считаешь, что это правильно. Ты считаешь, что это красиво. Это не игра. Я скажу, что те ребята, которые сейчас будут смотреть нас, я думаю, что они просто будут высказывать свое негодование. Да, то есть я бы сказал... Видишь, я же делку не нажал. Мы играем с тобой по-честному. Хотя я тебе скажу, что я против твоего танка могу играть очень хорошо. Мы могли бы сыграть в сухую, но мы же зашли вроде бы. Ну, вот мы. Потому что сейчас бы я тебя убил. Да. Короче, 15 минут потраченного времени впустую, Марсель. Больше я с тобой в дуэли играть не буду. Объясняю по той причине, что я не хочу тратить свое время на неинтересную игру. А игра, я тебе скажу, неинтересная. Ты это прекрасно понимаешь. Вот так вот ты ползаешь. Ты мне напоминаешь, знаешь, бешеного крокодила, который... Знаешь, который сам себя долетит. Бешеного крокодила, который бегает по этому самому, по загонщику. И всячески пытается... Ну что, долетнуть мне себя, да? Да, друзья мои, ну, в общем, то, что происходит, то и происходит. Я единственное, что говорю о том, что если я захожу в игру на дуэль, да, то... Дебилизм. То я, наверное, все-таки играю по правилам, которые, наверное, были в 19 веке, да. То есть я понимаю, что такое дуэль, я понимаю, что здесь созидание лучших. То есть и мы сражаемся именно вот до последней капли крови для того, чтобы... узнать, кто из нас лучше. Но здесь же происходит вот. Мальчик заходит, сам с собой играет, сам себя убивает. Марсель, ну, не знаю. Ты меня огорчил, ты меня очень огорчил. Поэтому, ребят, все, кто посмотрит данное видео, всем, кому это видео не понравится, ставьте, наверное, лайки для того, чтобы как можно больше наших друзей-подростков увидели это видео. И как можно больше этих подростков. Как можно больше этих подростков больше не делали того, что делает Марсель. Мне не интересно, поэтому, наверное, будущее, ребята, те, кто приглашает на дуэль, давайте первое. Мы играем с вами в дуэль. Ха. Потому что на расстоянии высота. Типизм. Вот. Давайте все-таки оговаривать. Второе. Танки. Если вы просите, чтобы я поиграл с вами. Ребят, танки должна быть нара, не менее 30 комплектов, включая аптеки. Все остальное мне не интересно. Я не хочу, чтобы... Убивайся, давай. Молодец. Я не хочу, чтобы мои подписчики, да, мои друзья, которые смотрят в это все, они заходили, смотрели на эту всю как бы фигню и просто тупо как бы уходили. Потому что игра, она, это шоу. Для меня танки онлайн это в первую очередь шоу. Это красочная игра, то есть мы играем здесь как в футбол. Да, мы играем здесь для того, чтобы победить. Вот, а не просто так для чего-то там непонятно. Ну что, давай. Неужели? Первый раз успел... Знаешь, ты мне напоминаешь Маджахеда, да? Самоубийцу, который вечно жмет себе на Дел. И даже в такой случай я умудрился тебя, дружок мой... бабахнуть. Смотри, Дел не жму, ты же видишь? Дел я не жму, Марсель.
А ты жмешь. И ты считаешь себя таким умным, таким классным, таким грамотным, что ты поступаешь правильно, что ты ж умно все поступаешь. Ты ж самоуничтожился. Да, ты считаешь, что это правильно. Но это, друг мой, это не дуэль, это, знаешь, фигня. Был бы ты постарше, наверное, я бы назвал это немножко по-другому. Но вот я выделил 15 минут времени для того, чтобы мы с тобой сыграли в дуэльку. Дуэльку, ты видишь, осталось 50 секунд. Мы с тобой сыграли. Давай, жми на дел, дружок мой. Жми. Дел. Жми, Дел, давай, потому что я же сейчас перезаряжусь и грохну тебя. Промазал. Ну давай убивайся, потому что сейчас убью тебя. Ну, прекрасно, молодчина. Не знаю, парни, не знаю. Возможно, я немножко из того времени, с которого вы, но я не понимаю вот этой хрени. Подбит 21, уничтожен 10 раз, был подбит 21. А я, получается, один раз подбил его 10 раз. Ну, не понимаю ничего. Ну, те, кто как бы против того, что так играть нельзя, ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был я, Супердог. Играл я сегодня против Марселя. Вот этой игры я немножко не понимаю, поэтому, к сожалению, как бы все. С вами был я, Супердог. До новых встреч, до новых дуэлей, до новых сражений.